Ich denke, dass Sound einfach etwas ist, was halt auf der einen Seite immer da ist. Also es ist halt überall um uns herum. Und wir nehmen es halt aber kaum wahr. У нас настолько насмотренность, которая становится уже нашим врагом в какой-то момент, потому что мы визуально впитываем в себя колоссальное количество информации. И вот если человеку сказать «стоп», остановись, ты слышишь? Я уверена, что огромное количество людей не знает, что в этот момент вокруг них акустически происходит. Михаилу была интересна моя работа с 3D-принтером, с формами, именно с воплощением формы вовне. Мне было интересно те программы, которые он создает, чтобы визуализировать звук. В какой-то момент стало понятно, что нам вот этот эксперимент, вот эта исследовательская работа очень интересна, и что мы просто хотим в нее нырнуть и перепробовать все варианты, которые возможны со звуком. Наш процесс построен на том, что мы видим огромное количество форм. То есть мы сидим перед экраном и смотрим. И в какой-то момент, как правило, мы одновременно кричим «Стоп! Останови!» и отматываем назад и начинаем эту форму рассматривать. И сначала она нам безумно нравится. Мы говорим «Все, это вот это оно!» И таких форм море, которые нам очень нравятся. Und irgendwann kommen wir, sind wir einfach ja, gelandet bei dem Gedanken, haben gesagt, so, man müsste eigentlich Man müsste eigentlich so den Sound der Städte nehmen und den in eine Form gießen. Одесса — это женщина, изначально это женщина. И невозможно сказать, что вот у этой женщины правый глаз красивый, а левый некрасивый. Здесь это комплекс, в Одессе все прекрасно. Вот, и так как она мама, поэтому здесь в ней все прекрасно. Это намоленное место, это место смеха, здесь должен звучать смех. Какие-то анекдоты, которые тебе там каждый второй может, он тебя не знает, он просто тебе расскажет анекдот. Сейчас вот я встретил чудака, он говорит, о, классный, смотри, встречаются два одессита, один другому говорит, Фима, слушай, что ты такой грустный? Он говорит, да жена ругается, говорит, что я ленивый, ни черта не делаю. А я сегодня узнал еще, что она еще к соседу бегает, изменяет мне. Тут говорит, ну так и ты сбегай к соседке. Ну да, это бежать куда-то. В Одессе каждый двор это определенная семья. Это невзирая на национальность и на возраст детей. Если ты голодный, ты голодным в одесском дворе никогда не будешь. Мне очень нравилось, когда кто-то в форточку кричал, даже мне там, типа там, Боря, пакость такая, иди, ты хочешь кушать, иди, я тебя накормлю. Если мамы не было дома, обязательно соседи тебя подкармливали. Звуки, я думал, какие мне нравятся, к примеру, это типичные одесские. Ну, может быть, они не типичные одесские, это скворчащие на сковородочке бычки, когда ты идешь, масло сперва скворчит такое-то. Вот, и запах начинает потихоньку тебя догонять, и там вот эти бычочки, их надо обязательно перед тем, как ложить на сковородку, их нужно дернуть, чтобы позвоночники, потому что если их не дернуть, так они сворачиваются, колечком сворачивают, вот, и положить на сковородочку, и они начинают румяниться, и такого золотого оттеночка становится. А ты идешь домой, и вот слышишь этот звук, и этот запах начинает, и ты думаешь, блин, это у меня дома, а приходишь, нифига, это у соседей. И одесские коты – это отдельная тема. Одесские, вот эти все коты, они все одесские, здесь нет чужеродных. Хотя для Одессы чужих детей нет, и котов чужих нету. И мы когда открывали эту выставку, самое смешное, когда пришли журналисты, пришли люди, которых пригласили на открытие этой выставки, мы включили звук урчания котов. И здесь вот при полной тишине вдруг начало потихоньку так как коты умеют, как они так по-домашнему, так это был очаровательный звук.
Дерибасовская, я думаю, что это главная артерия города. А раньше она звучала разными ресторанами. Вот ты шел, к примеру, была сердючка популярная из всех ресторанов. Если мы гуляем так, да-да-да, льется песня, льется. Вот. А из другого ресторана другая песня, из третьего третья. Сейчас мы стали культурнее, мы толерантнее. У нас звучит где-то внутри, может, не сильно, не навязчиво, нормально. Но для меня звучало уличными музыкантами, которые стояли на этой улице и пели песни. Я себя ощущаю очень комфортно. Для меня это дом. А моя первая тренировка прошла именно на этом корте, там, где сейчас я сижу и даю интервью. И вот у меня сейчас такая небольшая даже ностальгия. Для меня самых два запоминающихся звука — это звук мяча, когда он стучит об корт, об ракетку, и это дыхание. Когда ты дышишь, вдох, выдох, потому что когда ты находишься на корте, ты в основном остаешься, по сути, наедине сама собой, несмотря на то, что очень много зрителей там, ты все равно вот чувствуешь это дыхание, а особенно громко, это когда самый мой любимый звук на корте, это когда ты выдыхаешь во время удара, ты кричишь. С детства звук, который я очень хорошо помню, наверное, это будет звучать смешно, но это звук моря, и сразу же, как я бегу, помню, к большому столу, к сладкому, сочному, горячему морковку. Этот звук, когда я именно кусаю, он очень классно хрустит, особенно если он сочный и сладкий. А арбуз у нас очень вкусный в Одессе. Это какая-то эйфория. Одесса очень многогранная и очень много разных звуков. Меня впечатляет в центре города больше всего это оперный театр. И что мне больше всего нравится, это звуки, которые исходят от того, когда ты ходишь по брусчатке. И если ты вот гуляешь и реально вслушаешься, то ты слышишь такой цок, 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 это очень круто. Еще мне нравятся часы, которые у нас находятся на мэрии. Это как такой тренд у нас в Одессе, но каждый час там идет определенная как музыка, такое звучание интересное очень. Первая мысль — это то, что я дома. Ja, und was man sich auch vorstellen könnte, also das ist dann die Frage, wie das steht, aber das, dadurch, dass es ja wirklich so eine Form hat wie ein Grammophon, und du kannst da einfach zuhören. Ja, das ist gut. Я жил возле Привоза много лет там, и там был человек, который чистил рыбу. Это был спектакль. Когда он чистил рыбу, он рассказывал истории, анекдоты. Вокруг него стояла толпа людей. Это была его, ну, сцена, и это были его зрители. Потому что если вы пойдете на Привоз, не вопрос в том, что вы будете там пробовать, а вы будете слышать вот этот вот звук общения. Разных там национальностей, разных характеров. Мы всегда, когда где-то рождаемся, где проходит наше детство, это наша пуповина. И мы туда возвращаемся там, в мыслях, в воспоминаниях. Поэтому для меня важно, чтобы
вот этот великий дух, миф, связанный с моим городом, он приобрел какие-то интересные формы. Двери — это другое общение, там общение с морем. Это сама по себе незаконченная композиция. Я ее так придумал. Там не хватает одного элемента. Это может быть волна, это может быть чайка, это может быть солнце. Мне нравится, когда идет шторм. И она становится как бы частью вот этой невероятной стихии, этой силы. Это даже не звуки, это целый, я бы сказал, орган звуков. Не только воды, ветра, но и всего чая. Это все смешивается. Звучит маяк Воронцовский, да, он же тоже предупреждает. Ты можешь услышать те первозданные звуки природы, которые есть. Я вообще обожаю фонтаны. И каждый фонтан имеет, вот вы знаете, он как бы собирает вокруг людей. В Грейском парке фонтан «Начало-начало». Там семь источников, как бы вот этих семь водопадов. Это семь дней сотворения мира, когда возникло все сущее на земле. Я родился в Одессе, в семье потомственных одесситов. Детство было прекрасным. Первые звуки, которые я помню и которыми ассоциируются с домом, это звуки игры на фортепиано. Моя мама, она пианистка, преподавала тогда в Одесской консерватории и сейчас продолжает преподавать. И она с 8 часов утра приходила в мою комнату. Там, где я спал, там стояла пианино. И она разыгрывалась. И она играла упражнения Ганона. Это такие очень простые упражнения, которые не несут никакой художественной ценности. Они являются просто упражнениями для беглости пальцев. Тем не менее, эти звуки для меня ассоциировались с началом дня и с счастьем. Потому что это все равно это была музыка. Я родился в большом доме на Французском бульваре. Там был большой двор, и звук ударов по мячу футбольному, который я слышал с пятого этажа, но он очень хорошо доносился к нам в квартиру. И нужно было еще поиграть на пианино, вот, а там уже ребята играли в футбол. Я слышал эти звуки удара по мячу, и они так резонировали с моим сердцем, потому что очень хотелось выбежать во двор. Ну, конечно, главное — это вот звуки кораблей, какие-то сигналы, которые подают разные корабли. Вот они создают такую действительно музыку вот, порта, музыку моровокзала, которая для меня вот такая действительно музыка города у моря. Одесская филармония. Для меня это, наверное, альма-матер, то есть то место, которое у меня ассоциируется с понятием профессиональной музыки и моего пребывания на сцене. То здесь у нас такое интересное построение здания, что любой музыкант выходит на сцену не прямо вот так вот, а ему нужно подняться по винтовой лестнице вверх. Узкой винтовой лестнице исторической, которая чуть-чуть немножко скрипит. И вот действительно, ты идешь, и ты слышишь эти вот шаги наверх. Когда
когда узнаешь Одессу больше, становится очень романтичной, очень возвышенной и ностальгической. И вот в музыке Сергея Рахманинова, моего любимого композитора, это есть, и особенно, наверное, слышно в его элегии, которую я очень люблю, часто играю почти на каждом концерте. И для меня эти звуки, они, конечно, связаны с родным городом. Ich glaube, von Odessa haben mir die Sounds ein ziemlich gutes Bild gegeben, tatsächlich von der Stadt. Ich hatte einfach das Gefühl, rein von den Sounds her hatte ich das Gefühl von Urlaub. Odessa war für mich so in erster Linie Wasser, tatsächlich. Also alles, was mit Wasser dann zu tun hat, irgendwie Wellen und Wind und auch mal eine Möwe. Meine Aufgabe war, wahrscheinlich, Michael diese Atmosphäre in Odessa zu bringen. Ich erinnere mich, wie ich рассказывала ему ситуации, когда ты идешь в Одессе по улице, и у тебя разговор, к примеру, с тем, с кем ты идешь. И вдруг мимо тебя идут люди, которые несут оконную раму и включаются в твой деловой лук. У меня реально была такая ситуация, мы с подружкой идем и разговариваем о том, что давай ехать в отпуск или не ехать. И тут мимо нас проходят дядьки с оконными рамами и говорят: девушки, о чем вы думаете? Конечно, ехать. Это все влилось в одесскую скульптуру, а в конечном результате она получилась лаконичная по форме, что меня очень радует, потому что для меня Одесса — это про кайф, это про какую-то такую искренность, и она трогает всеми своими проявлениями. Это отлично. Если разрисовывать Одессу, ну, я бы это сделал рыжим цветом, потому что для меня это всегда город солнца, который наполнен солнечным светом, звуками моря и таким щебетанием одесского говора.